К концу первой недели лета на Чебоксарском заливе появятся новые обитатели. 8 пар уток, мандаринок, пара розовых и белых пеликанов и черный лебедь в предстоящие выходные заселят воды Чебоксарского залива, сообщается на официальном сайте города. Птиц по спецзаказу доставят из Москвы. Предполагается, что пернатые будут радовать чебоксарцев все лето. А с наступлением холодов их переселят в специальные вольеры в зооуголке «Ковчег» парка имени Николаева.